Шествие пятое в сердце вулкана Попокатепетль. День пятый. Итак, конюх Федоров осуществил спуск внутрь вулкана Попокатепетль и достиг нижней точки. Конюх, что вы сейчас делаете? Это... в общем, это тебе не важно, корреспондент. Да и слушателям будет неинтересно. Вот сейчас закончу и стану флаг устанавливать в самой жерле вулкана. Как там? Жарко, жарко, да. Чувствуется, что рядом где-то лава. А что вы ощущаете, добившись поставленной цели? Ощущаю, что наверх будет очень трудно подниматься. Вот, тем более, что один вантус сломался, а второй я съел. Голодно здесь. Кому посвящаете ваше достижение? Бетховену. Почему? Ну, не Шопен уже. А что вы имеете в виду? Да ничего, ты ерунду спросил, я ерунду ответил. А сейчас что собираетесь делать? Буду выдружать флаг. О, вот он, торжественный момент. Ой, что-то здесь зашевелилось под ногами. Ой, что-то газ какой-то пошел. А что это красное потекло? Горячее? Ой. А мы наблюдаем удивительную картину. Все дрожит, из-под земли доносится гул изнутри кратера. И к поверхности что-то поднимается. Ты зря наблюдаешь, корреспондент. Ты бы съебывал скорей. Как думаешь, корреспондент, нас далеко швырануло? Не знаю. А я думаю, далеко. Не надо было мне, наверное, вулкан будить. Ты смотри, что творится. В общем так, приеду домой, заведу себе маленькую собачку вулканической породы. Ну и нажрусь, конечно. Мы поздравляем нашего героя с очередной победой.